художника. Это мой родной дедушка. Чего? Уходите, спасибо сегодня. Пойдем. А во сколько ты начал свой дед? 15:30. Расскажи, пожалуйста, какое вдохновение у тебя было на картину «Сожженная яблоня»? Это не вдохновение, это протестная картина, которую я нарисовал во время войны в Южной Осетии, с Хинвали, когда бомбили нас и все горело градами. Когда вот это мое впечатление, там убитая лошадь, сожженные дома сзади и яблоня, символ красоты того края. Ну, так случилось. Во сколько лет ты начал свою первую картину? Я не помню, во сколько лет, я был маленький, вот как ты. Да, и на нашей улице это студенты художественного училища делали этюды. Да. Я маленький за ним ходил и собирал краски, там они на стенку мазали, когда палитру очищали. И я брал их домой, заносил и рисовал вот так. Что тебя вдохновило вообще начать рисовать? Я не знаю, что меня вдохновило. Это любовь к своему краю, к своему городу, к своей родине.